Всем привет, дорогие зрители, подписчики моего канала и Артура канала, всех каналов. Нас зовут Артур и Артём. Всем привет. В общем, мы продолжаем играть в Star Trek. И великолепную игру. Пока мы в него играем, мы его и проходим. Раз, два, три. Окей. Это лужа просто великолепная. Bloodbath. Короче, упоротые игре, упоротые прохождения. Упоротые комментарии. Да, пойдем. Она по-другому не проходится просто никак вообще. Ну, не хочется просто никак по-другому, на самом деле. Мы в пещерах. Что это значит? Это значит, что я хочу что-то просканировать, ты мне не даешь. В смысле, что? Скалы. Скалы сканируешь. Я сканирую скалы. Сталактиты. Ой, господи, я чуть не с ним упал, между прочим. Чем отличаются сталактиты от сталагмитов? А, тут вот так вот даже вниз ползти можно. Ну, ты ползи. Я упал. Не, нормально, я жив. It's alive! Да, блин. Что? Я хочу спрыгнуть туда, куда надо было. А надо куда? Не знаю, короче, пойдем. А почему... О, R2-D2. R2-D2. Давай. Дай мне. Я подтяну тебя. Дай бухнуть, пишет. Come on! Я тренировал. Мое кадрило присутствует. Ой. Во, смотри. Омары. Какие омары? Хауямы. Омару хуя. О, говорит, пища, пища, говорит, пойдем покушаем. Ненавижу насекомых. Да ладно, просто выстрелил, все. Что это такое? Сканеры. Сканеры. Это не сканируется. А, это аптечка. Нет, сэр. Субтитры крутые. Я... Спок. Спок, это ты. Занимайся. Гнездо, иди сюда, мне приказали тебя уничтожить. Сейчас как в Half-Life 2 такой, ту-ту-ту-ту-ту-ту, выбежал. А, а вон оно. Да. Прощай. Я пока сканирую. I still can't see a damn thing. We should use our tricorders to locate the creatures. О, смотри, вон они ползают. Creature of the night. Надо прятаться от них. Почему? Не знаю. Они все за тобой. В том и суть. О, они еще и взрываются. Как да. Нехорошо-то. Такой подставы я не ожидал. Да, кому нужны? Давай просто пойдем. С кем-то я уничтожил гнездо. У меня как меткий выстрел, сам вообще где-то сидит. Я просто прошел, и мне нормально. А ты там решил, похоже, геноцид устроить местное население. Ну, ладно. Как иначе? Наш экшон в серию завести. Экшон тут зрелищный. Да. Окей. Вау! Ну вот, уничтожили выводок. Выродков. До свидания. Свидания русской! Нам не туда. Follow me. Yes, it is. Come on. Affirmative. Натрили. О, прикольно. Нет. На самом деле нет. Патронас. Патронас получайтос. Патронас получайтос. Я убежал. Давай! No pain, no gain. И чё? Чё вы пришли? А, во, смотри, в дырочку. В дырочку! А что ты? Гиви и кацо в дырочку. Да не в ту. Опять. Я куда-то поплыть.
Заплыв в шмелях. Окей. По да, прохождении все. А он не в ту сторону все время плывет. Ааа, взрыв. Ой, я чуть не убил меня. Больно. Убил меня больно. О, смотри. Домой такого. Тараканов ловить. Фига себе. А его кто ловить потом будет? Тараканы? О. Ай. Иди, говорит, сюда, покушаем тебя. А мне напомнил вот эту хрень из Half-Life, такая, которая кислотой плевал. Half-Life кислотой плевал? А, там был такой, такой, да? Типа, да. Подожди, я тут был, нет? Нет. А где ты? Не знаю. Окей. Where is this thing coming from? Это было упорото. Это анимация, это нечто. Он типа напрыгнул на меня, на самом деле в 2 метрах. Но типа я от него ножками отбиваюсь, брыкаюсь. Вот объясни мне, как это? Я проплыл первый, и потом меня после катсцены переместило обратно, и я по второму разу проплыл. А это а всегда ты уже боюсь. Что-то в коуп играх. Ты что, не знал? Ну ты-то был позади, а мне пришлось тебя догонять. А это всегда так. Я в любой кого-то... Ааа, убери, ты ковбай, больно, обидно. Оно сдохнет, нет? Что ты делаешь, так убить можно? Не-не. Вон там еще одна. Рэгдолл убился просто. Просканируй. Я сканирую. Бл-бл-бл-бл-бл. Каман. Знаешь, как эта тварь называется? Животное. Животное. Грязное. Блин, куда ты туда попал? Это, конечно, задача. Не зле. Да, не для средних умов. Ай. Кушай меня. Ай, мой лазерь. Сниму на мобилку. Мне дали достижение разрушитель мастер. У кого? Разрушитель мастер убийца предатель. Мастер. Мастер. Мастер предательства. Доктор Маккой, how are you progressing on an antidote to the Gorn venom? Almost there. It's a nasty little virus. But Captain, I gotta tell you, those Gorn are everywhere. Я нашел секрет. Нормально. Come on. Че, я нашел секрет. Ну, хорошо. Сейчас я возьму пушку. И возьму патроны, и все. Че еще возьмешь? Все. Паркур. Пиво. О, пиво-то. Курево и пиво. Капец. А где ты? А, вижу. Что такое? Это было... тупейшим. What is going on? It's everybody. Окей. А, это ты? Блин, думаю, что это жаба лазит. Ну, наконец-то. Издалека так и казалось почему-то. Ну, теперь мне надо кое-кого подождать. И сейчас вы увидите увлекательный процесс. Кирк и камни. Ты 9 метров внизу. Ну чё? Я не могу дальше пройти. We have a problem. Ну да. Ну, паркур давай. Пар. Так, куда? Туда? Нет. А если туда прыгнуть, что будет? А, вот, смотри. Да не туда нам. Ой, блин, у меня анимация твоя убилась просто. А тут что-то есть. О, блин. Тут дырочка. Мне ваша помощь нужна, капитан. Подожди, тут дырочка. Ни одному тут на картах сидеть неудобно. О, я что-то нашел. Крутые штуки. Какие крутые? Тут у меня крутая штука. Что? Камни в мире. Я поднял крутые штуки.
все. Теперь можно и come with you. Are you coming? Выйти! Из пещерки. Он заблудил спал. Эти щиты дистанционно улучшил. Круто. Еще. Еще. Нет, это бесценно просто. Все-таки это видел, она все-таки упала. Представляю, как рассердится папа. Я вообще не удивлен. Блин, назад надо идти. God damn it! Ой, блин. Ну, выше, да, направо. Назад. Да, ну да, как-то так. Давай. Нормально. Грибы. Просто грибы. Грибы отсюда. Уцепился просто. Чудом. Не прошло и пары часов. Давай меня, давай. Все, пошли дальше. Все, теперь, когда ты будешь залазить, я буду говорить I require boobs. Так. Получше. Пойдем. Пойдем. Ангел Чарли. А прикинь, да? Со стороны там ходят эти типа мутанты или как там. Ну, вот этот просто такой. Проходят мимо, и два чувака такие тупо стоят. Гей скриншот такой. Ты посмотри просто на лицо моего персонажа. Противный. Он явно что-то задумал, по-моему. Давай теперь танцы. Лево, право. Раз, два, три, раз, два, три. Я вышел. Вальс. Я вошел. О, подожди, а тут еще можно к соседней стенке типа прислониться. Потом. Патрик. Что ты вечно все собираешь? Патрики? А, окей. Патрик! Сквидвард! Да, я смотрел губка Боб. Ты кто здесь смотрел? Никто. Да. Там враги? О, черт! Я не в самом лучшем положении для этого. Лицо Спока, это просто... Это отображение всей игры на одном скриншоте просто. Это вместо обзора может. Ты идешь уже, нет? Нет, я ж тебя жду, пока ты там. Move your ass. Move your ass. А, блин, как... Пипец, ты бы видел, где я. Эта игра слишком... Где ты? Слишком упор. Я иду куда-то вниз вообще. Окей. Я слетел, и это что вообще такое? Зачем ты заслетел? Этот баг еще лучше предыдущего. Ладно, теперь ты будешь там жить. Я упал. Внезапно, неожиданно. Ладно. Стоило того. Сейчас начинаем с самого начала вообще. Ага. Да. Вообще с самого-самого начала. I believe it is possible. Я пополнил боезапас. Вот там, смотри, какие-то эти. А, это эти. Эти. Ну он там бабайка с пушкой. Да пес. О, еще одна. My turn. Убили. О, сейчас прыгать надо будет. Обожаю прыжковые упражнения. Оп. Все по плану. Я иду плавно. Не спеша. Прохожу сквозь пространство. Где ты? Где ты? Где ты? Ты не поверишь, все равно. А, можно было перепрыгнуть. А я здесь пытаюсь как-то... Просто промолчу. Ты уже давно впереди. Нет. А-а-а, не надо сюда прыгать! Хорошо. Твою дивизию. Бать. Радиоактивные люди.
Юбилей. Да, юбилей. Бля, а как ты перепрыгнул, не понял? Я с разгона просто. Да. Я же могу. Радиоактивные люди. Бист. Животное. Блин. Животное. Ты смог? Ой, твоя анимация, это, блин. Я тут не смог. Ты не смог? С разгону надо. Я забыл опять 16 разгона. Окей. Это место просто очень сложное. Вы не подумайте. Да. На самом деле мы играем великолепно, но место слишком сложное. Dark Souls всякие тут вообще. Не, давай. Давай, Вася. Здесь не надо с разгона, кстати. Надо. Нет. Nope. У меня анимация умерла. Я опять боком вишу. А я с разгона. Ты смотри, как я вишу. Подожди. Сейчас. Нормально. А, блин, да. Давай лучше как ты тогда. Нет, лезь. И мучайся. Кто там щелкает, я не знаю. Где? Кто-то где что-то там кушает. Ой. Ты долетел? Я долетел. Кирк усилит вас. Усиль меня, Кирк. Усиль меня. Давай, давай. Давай. Это было просто. На выдохе, на выдохе. Да. Зажать грабитель. Зажми его, пожалуйста. I think we're getting close. Что за странный звук? Это враги. Я о твоей, о звуке твоей стрельбы. Ой. Короче, это делается вот так-то. Ой. Там мина. Морская мина. Морская. Ой, точно, смотри. Ну еще раз посмотри. Вот тут течение такое. Круто. Похвала. Мне дали похвалу. И мне дали похвалу. Блин. Ты куда-то пришел? А ты где? Я взламываю. Нет, это патроны. Патроны? Не ходи тут, давай взломай, а пусть она их перестреляет. Окей. Типа, короче, я понял. Пип-пап. Commander, I need your help. I'm alone here. Come on. Come on, the shepherd. Они даже не заметили. Турель взломана. О, турель. Она стреляет? Пэнг. Да, детка. Теперь так. Она не открывается. Ну как так вообще? Я подлечился. Не хочу сдать. Да капец. Mortal Kombat. Что там делаешь? Я ломаю. Стекло? Я дверь с обратной стороны ломаю. Я уже вошел, то есть она открылась по багу. А после этого я изнутри ее ломал защиту. Пойдем ко мне. Иду. Are you coming? I'm coming! Come on! Let's go this way. Пошли ahead, сюда. Please, руку сер. Давай. Закрыто. А нет, нормально. Ты бы увидел, как я до места пробежал. Никто вообще не увидел. No one. Планета Гор. Добрались. Комплекс. Комплекс! Я умер. Я только за тобой хотел прыгать.
Я даже не прыгал, меня просто сломало, там вывернуло. Обычное дело. Обычный день на планете Горн. Планета Горн. Да, нет, это Горн. Сюда прыгай. Run for your life. Ну, ладно. Ну и какие-то Макаридзе. Макаридзе? Да. Очень похоже. Но они не атакуют, они типа добрые. Ага. Смотри, не убивай. Кого? Say what? Почему? О! Чувак забежал прятаться от тебя, а тут я стою. Не угадал, в общем. Кооп! Of course! Kill him! Хватит усиливать своих! Просто умри, на вот. Какая-то кнопка. Давай ты ее нажмешь. Тут же я сканирую. Бу-у-у. Тебя заметили. Почему? Почему я ломлюсь постоянно? Меня не замечает никто. I need co-op, пипки. Кооператив. Коп пипкин? Типа того. Ладно. Нет. Подожди. Вот. Все, пойдем сюда. Почему? А там что? А там кооп. А, ты там? Yeah. Ты теперь другим стиком управляешь, если что. Я? Да. Я вообще не управляю. У меня все нормально, ты должен подстроиться под моего. Нет, ты управляешь другим стиком. Нет. Волну, короче, настроить, а я должен удерживать в центре эту фишку. О. Нет. Ура! Эврика! Царские шмотки. В атаку на! Сказал. Нажми кнопку. Сказал! А, это боеприпасы. О, класс. Телепортация. Ух ты. Ты телепортировался в меня. Да. Обидно. Why? Я хотел тебя за пятку ухватить. Ты куда пополз? Ты пополз, стой. Пана. Оп! Давай. Ты опять исчез. Yes. My master. Подожди, стой. Нет, стой такой. Точно, бро фист. Yeah. Подожди, стой. Отсюда не получается, ну ладно. Ха! Еще раз. Не, вот так. Пафосная сцена. Да. Господи, чем они занимаются в этой игре? Пафосными сценами. Ага. Прыгаем так, чтобы они нас не заметили. Вот так. Оп. Я был незаметен. Нет. А я тут. Блин, что-то есть. О-о-о-о, это была ошибка. Ну, пока ты их не убьешь, я тебе гарантирую, ничего хорошего у нас не получится. Я до того времени умру уже. Бабин! Что-то пошло не по пути. Тебе еще товарищи бегут. Понял. Зря туда побежал. Я нашел уже выключашку, турель. Капец, а как ты мог умереть вообще? Follow me! Господи, я сломал. Пережить я не смогу больше.
Давай. Ай, тихо, тихо, тихо. Хоп. Подожди, там можно было спрыгнуть сразу, по-моему. Ну ладно. Я постоянно твою анимацию умирает, когда ты начинаешь за угол куда-то прыгать. Оп, стоп! Вперед, батьки. Смотри, видишь, там справа такие лесенки сделал, типа, аккуратно спускайтесь. Конечно! Вот сюда, вот сюда. А. Сейчас могу ломать. Никуда. Ну вот и все. Пришло твое время усиливать этих щитов. Ты сломал? Походу, да. Я оказался где-то... Ого. Кстати, я не уверен, что я сломал. Капец. Что? Я в шредер упал. Да, блин! Короче, там портал есть. Вот, вот это, вот это место я тут оказался. Все, побежали! Ой-ой-ой! Стой! Вернись назад! Стой! Стой! Обойти защиту? Ну, конечно! Пусть лучше он сгорит. Давай. Упи-пап! Я перенаправил энергию. Перенаправь энергию. Да, для пафоса. Короче, мы сюда пошли просто ради исследований. Тут ничего нет. Подожди. Окей. Я же что-то сделал только что. А, блин, почему они... Энергию-то я перенаправил. Для чего? Это бред. Что там делаешь? Я перенаправляю энергию. Это бред. Вот. Все, теперь можно идти. Куда? Сюда? Наверное, не знаю. Прыгай, нет! Я там уже умер. А тут? О, сюда. Байда прилетел. Прости. Похвала снова дали. Да. А! О, блин, я спрыгнул. Ты тоже? Да. Как же иначе? Не лестница же пользуется в самом-то деле. Тот бой, короче, тупо обошли вообще. Да-да-да. Ой, нормально. Давай, брат. О. Мега-взломщик 2000. Опять. А, нет. Ты ломаешь уже? Я не знаю, что делать. А, во. Чё? I found some. Something. Чё ты делаешь? Я открываю дверь. Открой дверь уже. Всё. Входите! Закрыто. Здесь есть кооперативная дверь. Давай. Подожди, а там есть не кооперативная? Да, сначала давай кооперативную открою. Она вообще куда? Я не знаю. Ох, какой ты зануда. Нет. Куда она там? Побежал. Почему он побежал? Вот. Ай, давай, давай, давай. Выиграй! Я выиграю, ты хвати там. И? Да спокойно. Вот, 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 пошел. О, пошел, давай. Собака, слушай, давай, работай нормально. Вообще попал. Тут
ты дневную норму кокса превысил, по-моему, сегодня? На пару ведер. Ящики. И чё? В одну дверь там пропустили. Да, вообще плевать. О, смотри какой. Иди убей его. Ого, у меня, говорит, есть секира, я убью вас, потому что у вас автоматы и гранаты. Вообще серьезно. Дома, говорит, нет никого. Ну, кто первый выйдет? Чё, всё, что? Ты его там уже и карманы обшмотал. Почти. Он был крут. Этот парень вообще был крут. Это какой-то Индиана Джонс. Такой, с меча. Вот-вот. Так, ну что, приступим к мега-сложности. Приступи, пожалуйста. Я могу летать. Да пойдем уже. Ты испалился на камеру. Не прятался. Я взломать. Там кто-то вылетел только что. Правильно. Чувак, у тебя хвост видно, ты плохо прячешься. О, смотри, там висит кто-то. Ух ты. Это типа эти. Я спасу вас. Нет. Там турель вообще-то, ну ладно. Ай, турель. Да? Ты там живой? Я? Нет. Ты умер? Я тебя типа лечу. Нормально. Ты нормально. Я уж обрадовался. Not so fast. No. Окей. Я шлеман. Круто. Я научился ломать. Ура! Иди вниз. Теперь я могу. Обезопашу тылы. О, смотри, тут клетка, в ней сидят обезьян. Ты? Шимпанидзе. Здесь тоже сидят какие-то. Я что-то открыл. Закрой, пожалуйста. Ой, там вышел кто-то страшный. Тёма, спасай меня, я взламываю. Опять что ли? Да? Ну ладно. Смотри, в этот раз он дольше держится. И он уверенно так на меня бежит. Ну, знает, чего хочет мужчина. А, электропитание потеряно, как так? Я не понял. Что я не понял? Ай-вай-вай-вай-вай, слушай, ой. А, то есть если свою линию заденешь, то все? Да. Ну ладно, тогда можно прервать, я думаю. Так. Ага. И сам ломай. Короче. Склихосовский. А, вон оно что. Спрятаться не получится. А, я даун, капитан. Это факт. Сейчас я почти это сделал. Ты там еще держишься? Нет, не больно, я умираю. Я отвечу турель, если что. Если это успокоит перед смертью. Мне нормально было. Я просто поскользнулся, ты что? Мне просто было лень. Что они делают? Они просто стоят. Got to get to Tomorrow. Tamara! Выходи! Давай выходи уже, ну. Выйди. Why выйди. Отлично. Плохо. Как это все грустно и печально. Нет. Не получилось.
Вас всех будет убивать. О, смотри, у него какой-то мега щит. Ого. Уай! Не попал. Его ж, так. Его ж сломало. Куда ты пошел? Да подожди, говорит, я еще не все сделал. Лази! Дай больно убить. Рэгдол вообще. Нормально. Хоть так. Дверь, откройся. Я что-то нашел. Это, как обычно, бесполезная граната или еще более бесполезный электромагнитный ускоритель. Эти гранаты я вообще забыл пользоваться. Ну, я кидаю их в тебя иногда. Все только так. Упи-пап. Упи-пи-пап-пуп. Где враги? Я вскрыл. А я тут думаю. Зря. Окей. Смотри там, человеки. Как бы сюда тебе надо зайти, что ли? Let's keep moving. Здесь человеки. Их нужно спасти. Натуральные человеки или не натуральные? Натуральные в костюме нашего корабля. Смотри. А ну покажи. Смотри. Давай сфоткаем их на память. Пока. Вам повезло меньше, чем нам. Лозеры. Какой-то на пол экрана. О, блин, это... Они даже висят так, как я не знаю. Никакой анимации. Да ну. Зачем? Потом. Вообще, это предвзятое мнение. Да. Купленное. Я что-то сломал, капитан. Ох, он был крут. Подбираю все, что плохо лежит. А я все, что хорошо. Идеальная команда. Да. Подбирают все. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Круто. Давай, вскрой об этом водичью дверь. Давай, у тебя есть консерв дедош. Куда пошел? Иди сюда, блядь. Ай, вот хорошо. Ай. Вот так. Сколько раз мы этим занимались на протяжении последних 5 минут? Это же. Сколько? 5. Да кто же их считает? Не! Сломался! Не попали. Попали, сломался. Че это, из чего это он лупит? Лупил. Смотри, живой был. Нет. Пока я пушку заряжу, они уже умирают. Обидно, на. Короче. Патронов мало совсем. Дуговой привод. Есть патрон у кого? Вау! Патрон дал мне, слышишь? А шут. Такая, ну нахрен, говорит, спряталась. А выходи. Отлично. Пуп. Так, куда идти? Ты где вообще? Я патрон. Ага. I'm патроны. Опять взламывать. О, что-то взорвалось, по-моему. Ну, это просто, чтобы камера на тебя не смотрела так. Чё она на меня смотрит? Пристойно. О, смотри.
Ты у меня трясешься. Ты боишься его? Да, Марина страшно. В штанах ободрая. Подстёп. Куда он смотрит? Это шалюзикман, You abandoned your crew, you lied to Tamar. Your actions killed Surak. You, Starfleet... Surak! They'll understand. Они проводили надо мной безумные опыты. Они удалили мне пенис. Они спасают меня. О, смотри, такие... Тихо. Блин, они... У них была катсцена! Они нас видели! Ай, блин, да, какого черта, на самом деле. Ты, у тебя опять анимация умерла, ты висишь в воздухе. Ты просто бегаешь на одной ноге. Ты как этот, я не знаю, конькобежец такой. Слишком упорно. Ой, блин, это вообще. Ты, у тебя нормально у самого все? Да. Нет. Порядок. Нет. Выиграем. Иди вперед, я буду смотреть на это. Я потом уйду. Мы должны выиграть дверь. Да, не выиграешь ты эти двери, они сами выиграют, все куплены. Я использовал лестницу. Не по назначению, если что. Посмотри на эту хрень. Мы, говорит, произведем небольшое вскрытие. Конечно. Ты куда упоролся там уже? Не знаю. Тут что-то капает. Тут везде что-то капает. А, во! Капец, ты уже далеко убежал. Как ты мог? Ну, на коньках-то понятное дело. Ну-ка. Конечно. Блин, я тупо, по-моему, вокруг оббежал. Да? Гениально. Господи, ты куда-то дошел? Я думаю, я за тобой бегу. Ну, прошло у тебя, нет? Прошло, слава богу. Ну, не слава богу. Я думал, у тебя Кондратий хватил. Иванович. Так, давай тут серию уже закончим. 42 минуты. Подожди. Давай, сначала нам нужно сделать это. Давай. Да, let's do this. Так, а как я не могу нажать на вот? Скрыть. Напарник. Давай. Пралась. А, мне же на тоже X нажимай. Думаю, чё он так тужится? О, да. Вот. Амбуш. Давай же их убьем тогда. А, подожди, это что тот момент, когда мы начинали с него? А, еще сейчас мы драться сейчас будем, что ли? С самого того момента начали. И опять, короче, начало игры. Ну, не знаю, у меня все взрывы там. Игра-то идет просто. У меня темный экран. Тут это та женщина. Тентакли. А, о, я мог сказать Тамара, я уже забыл. Почему она вся в зеленой? Этой. Да, блин. Она моя. А что вы пришли сюда? А что это вы пришли? Кожаные плетки, маски. Кирк такой-то стоит. А что, нас поймали, что ли? Да. Хорошо. Вас слишком много. Мы бы справились, конечно, но игра так не думает. Конечно. Планета Горн. Там-там-там. Успока лицо вообще всегда отражает суть. И губы накрашены. А. Ну, да. Выпустить Орду. За Орду! А мы что, в рукопашном, что ли? Find weapon. Weapon, find. Найди weapon, мне тут. Ай, больно, убивать сейчас будут. Плазменная граната. Лук, у меня есть лук. О, блин, что
Осталось часов 5. Правда, не трогай его, да это не надо, убьешь и так больно. Удар меня больно. Рэгдолл, гениальнейший. У меня патроны кончились. Блин. Почему они постоянно висят на одном месте? Вай, боль. Опять эти пришли. Настырный пипец. God damn it, запина. Ну и меня-то я тоже. Чё я? Наверное. Так как я промазал? А, нет, не промазал. Просто я его добил. Я спрятался, не видно. Не видно. Ой, ещё эти. Эу. Эу, эу, эу. Ой, бежим. Я за эту гранату испортил. Я вам? Я, говорит, ваша башка буду отрыбать. О, балую. Это было предсказуемо. Заступник. Ну он давай. Он забежает! Да. Граната! А это ты взорвался, нет? Да. Ну пофиг вообще, с граната. А будет весело. А я думаю, знаешь, надо вот эти столбы, наверное, его пытаться заманить. У тебя не получилось. Ну я просто даже не знал, что он на меня уже бежит. Kill me! I'm right here! Вообще кинул куда-то не в ту сторону. Что они говорят, ты читаешь? О! Он снес эту колонну, но что-то оно вообще... А вот там, видишь, некоторые колонны светятся, да, да, энергией, вот может, в тот момент нужно его туда и наманить. Нифига, не работает, я только что это сделал. Эй, а тут его? А я тут его, но это не та колонна. Кидай! Ой, вообще, нам что-то рассказывают, по сути... то есть важное. Нам? Важное? Как там оружие создать, все такое. Ого, ого, да блин, как нашел время комбинировать. А, не надо обниматься, нет, а, слушай, а, я-то не такой. Ну почему? Ну почему? Больно. Противно. Капец, с этой анимацией попасть по нему, это... О. Не. Лошара, короче. Понтов. Даже не вспотел. Почти. Анимация такая. Убрали и достали. И выкинули. Я не знаю. У меня, допустим, все в порядке с анимацией. Нет. У тебя какие-то там баги. Ну да. Господи. Отстань! Отстань! Боже. О, все, теперь ты стал, короче. Сейчас я тебя буду. А, вот почему они драться начнут сейчас. Помнишь, мы там типа вначале видели, как они махались между собой? Потому что я упал в чей-то труп лицом. Какие-то какахи. Сейчас мы будем махаться. Get the fuck out. А где подми? А где подми? Вейдеру, короче, музыкальный этот самый шлем поставили. О, смотри, у меня один глаз крутой. У тебя всегда такой был вообще-то. Нет. К вам приближается смерть. В том и суть. God damn it. Да, да, скотина. Как бить? Но не так вот, вот так надо бить. Да ты драться не умеешь, как девчонка. Прокиба, да? На, выиграл. У тебя ничего не получится. Арцуха.
Сейчас я тебя с переворота. Ой, слушай. Да харе уже, сдайся. Ты же все равно хуже меня. Нет. Да, я тебя убью сейчас. Прошел день. Да иди сюда, я тебе сейчас руки сломаю. Да сдайся ты, ты же знаешь, ты не можешь ничего сделать. Я тебя половиной побеждаю. Ну чё? По яйцам пинай. Отпусти кнопку. Я уже. А, ты, ну ладно. А я все это время хотел тебя убить. Опа. Че, драться научился, девочка? Че, давай, давай. Опа. А у тебя тоже экран плывет весь? Нет. А у меня да, я пьяный. Не подходи ко мне. Я даже попасть не мог. А, больно. Не. А тут что, блок есть? Пак. Не-не. У меня нет блока. Зато у тебя кровь зеленая. Иди сюда, пацан! О! Ты что, рестлинг-то смотрел, что ли? Победить Спока. О, да. Fight through it, Spock. Да за такой глаз я всю команду отдам. А, команда Шепард прилетел. Моя только! Пью! Опять, короче, тебя усыплять пришлось. Ну что такое? Вечно набуяниться. Разбитая, но все окей. Карл Урбан. Может. Ура, пиво! Да, мега упорота. Чуть кишки не порвал от смеха. Ладно, что? Вот теперь я думаю. Пора закончить, и я думаю, следующая серия, может, даже последняя будет. Потому что, ну, там, кого осталось? Тамару только освободит. И это, Коляна. Коляна? С Тамарка. Живут вместе они. Сорытельствует. Окей. Подожди, стой, не шевелись. Вот. Почему у тебя есть арбалет, а у меня нет? Потому что я круче. А, ну, логично. Все, короче, давайте на этом завершать. В следующей серии пойдем. Нечем дышать. Я ничего не буду говорить после этого. Всего хорошего. Пока. Всем пока.